Всем привет, ребята! И сегодня я вам расскажу, что делать, если вы не донатер и вам не разрешают донатить в разные игры, допустим, Genshin, Fortnite или Roblox. На данный момент я играю в Roblox и, в принципе, веду YouTube-канал про Roblox. Но сегодня я вам расскажу, что же делать, если вам не разрешают донатить. Итак, прежде всего, если вам не разрешают донатить в Roblox, просто подпишитесь на мой канал. Мое каждое видео просто связано почти что с робуксами, как их получить бесплатно. Просто на данный момент, если вам встретился в рекомендациях, зайдите на мой YouTube-канал и посмотрите то, что у меня почти что каждое видео про то, как можно получить робуксы бесплатно. А если речь идет про разные другие игры, просто поищите, как вам можно получить эти вещи бесплатно. То есть в Fortnite валюту или в Genshin валюту. Как можно получить эту валюту абсолютно бесплатно. Найдите какие-то баги, взломанные версии игр. Или если вы этим не хотите просто заниматься, то поговорите и скажите, что вы очень хотите этот донат, и, скорее всего, очень хороший вариант заработать на него самим. То есть продайте что-нибудь или делайте что-то своими руками, зарабатывайте на этом деньги, и вы будете вкладывать эти деньги в этот донат, и вам никто ничего не сможет сказать, так как вы эти деньги заработали сами. Итак, я дал свои советы по поводу донатов. Всем спасибо за просмотр, пишите свои ситуации и комментарии, я на них буду отвечать.